Всем привет, друзья! Меня зовут Иван, и вы на канале «Долгосрочный проект». Сегодня в серии коротких видео про экономии мы с вами поговорим про игровые техники экономии и как легко играючи экономить деньги. Сегодня я вам расскажу про игру, взятую из интернета, которая мне очень сильно помогает легко, беззаботно экономить. Эта игра называется «52 недели богатства». Суть этой игры – каждую неделю откладывать на 100 рублей больше, чем за прошлую неделю, на протяжении 52 недель. Смотрите, я понимаю, что у каждого бывают абсолютно разные заработок, и именно поэтому есть несколько вариаций этой игры. Если ваш заработок не позволяет сильно много откладывать, либо вы студент, школьник, для вас есть начальный уровень этой игры. Это 13 800 рублей за 52 недели, это один год накопить, откладывать с 10 рублей с шагом в 10 рублей. Если в первую неделю мы откладывали 10, во вторую 20, 30, 40 и так далее. В конце года у вас будет 13 800 с чем-то, с копейками рублей. Второй вариант уже более сложный. Второй вариант заключается в том, чтобы 52 недели откладывать по 100 рублей. На 100 рублей больше, чем за предыдущую неделю. За 52 недели вы накопите 138 тысяч. Это уже очень хорошая сумма за год. Но по своему опыту скажу, что есть несколько правил. И сейчас вот здесь появится картинка. И вы поймете. Смотрите, вы можете зачеркивать каждую неделю любую из этих ячеек, а можете идти по порядку. Если вы уверены в себе, что в последней неделе вы сможете откладывать по 20 тысяч в месяц, вы идете по порядку. Если же нет, то желательно, конечно, начинать с тех сумм, которые вы можете сейчас положить, и увеличивать каждую неделю сумму. Как это делаю лично я? Я откладываю сначала в первую неделю после зарплаты либо аванса большую какую-то сумму, например, 4800. А во вторую неделю я откладываю 1200, равняю до там 6000. Я пытаюсь всегда, какой-то перфекционизм внутри меня пытается округлить эти числа. И таким способом за год, за месяц мы откладываем там 8, 10, 12 тысяч рублей, а за год 138 с копейками. И третий уровень сложности, который практикую в этом году я, это я использую и первый способ, и второй. И то есть за год это получится сумма в 150 тысяч рублей. И самое главное, у меня на первый уровень своя цель. То есть я знаю, для чего я коплю, почему. И я вижу результат. И это очень помогает мне быть сосредоточенным на цели и не потратить все накопленные сейчас деньги. И вторая сумма, 138 тысяч, у меня идет на другое дело. Но копится у меня за год 150 тысяч. Если вам понравилась данная идея, данная игра, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Дальше будет больше новых видео про экономию. Мы с вами будем больше копить, больше инвестировать, больше зарабатывать. Всего доброго, до скорых встреч!